Рекордное количество заявок на участие в спортивном мероприятии из числа работников предприятий и организаций Бреста, членов профсоюзов и их семей, было обусловлено отличным прошлогодним стартом первого областного легкоатлетического кросса. В поддержании успешно начатого дела организаторами было принято решение не останавливаться на достигнутом, а сделать спортивные забеги хорошей ежегодной традицией. У нас получается уже почти традиционный первомайский областной профсоюзный кросс. Мы подумали, что проводятся различные соревнования, спартакиады проводятся, федерация профсоюзов, и на уровне областных отраслевых комитетов проводятся туристические слеты, и очень серьезные, со множеством различных этапов, соревнований. Вот. А вот такого мероприятия, как профсоюзный кросс, у нас не было. И, может быть, потому что я когда-то занимался легкой атлетикой и бегал. Поэтому решили организовать и провести. В прошлом году провели. Скажем, первый блин оказался никомом. Главная задача, чтобы мы вот побыли вместе. Побыли вместе не на предприятии, не в кабинетах своих, а вышли вместе и пробежали. Допустим, областное объединение профсоюзов бежит практически 100%. Все. И здесь не главный результат. Поставленная задача действительно удалась. Участники приходили со своими группами болельщиков, состоявших из членов их семей, родственников, друзей и даже четвероногих любимцев. Активная поддержка придавала дополнительные силы в соревновании и двойную радость победы. Прижалось мне хорошо, так как меня поддерживало много моих друзей и мой тренер. Мне об этом сказал мой тренер, и так получилось, что я заняла первое место. Мне очень приятно. Я не была настолько в себя уверена, но меня очень сильно поддерживали все мои родные, близкие и тренер. Я сам-то хотела ходить на кросс. До меня это хобби. Меня пришли поддерживать мама с моими друзьями. Сегодня я пришла, я удивилась, что так много человек. Все старше меня, я одна такая маленькая. И я надеялась, конечно же, на победу. И я, конечно, была не уверена, что я прибегу первая, но я надеялась. И когда я прибежала первая, я очень обрадовалась. Меня поздравили все, меня поздравил мой тренер, все мои друзья. И я всем благодарна. И хочу сказать спасибо всем тем, кто меня поздравил и кто верил в меня и в мою победу. Сплоченность рабочих коллективов, их активное участие и поддержка сделали второй областной легкоатлетический кросс настоящим праздником спорта. Мероприятие получилось ярким и интересным, веселым и семейным. Можно смело сказать, что продолжению точно быть. Наталья Луговкина, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.